В общем, вот эти улитки я раскатала вот в такие пласты. Вот они, красивенькие, да? Они такие слоеные, но тут очень мало масла, не так, как слоеный сам себе. Потому что если будет много масла, то это не получится. Теперь беру, обминаю вот так в косушку. Вот, беру мясо. Мясо, лук, все, больше ничего не надо. Выкладываю побольше так, добротное мясо. Поближе сними-ка. Лук вот тут. Вкладываем мясо. Вот, выложили. Теперь надо соединить. Нужно смотреть, чтобы было не переполнено, иначе оно не закроется, начнет рваться. Это все-таки тандырная самса. Надо, чтобы тесто было очень упругое. Все, закрутили улитку, прищемили. Видите, даже иногда бывает, перебарщиваю, приходится вытаскивать. Теперь беру вот так, оп, вот она самса тандырная. Вот она тандырная самса в чистом виде. Ставлю ее вот так вот сюда. И сейчас будем ее обмазывать желтком, а потом я покажу, как ее прилепить на казан, как тандырную, как в тандыре. Девочки, самса готова. Я самсу приготовила, излепила. Фу, с последних своих сил, как говорится. Вот такая вот она получается, тандырная. Сейчас я буду желтком смазывать. Надо еще 2 яйца принести, а то этого не хватит.